We are going through these churches, and we have arrived at the church at Pergamum in Revelation chapter 2, verses 12 through 17. Итак, мы рассмотрели с вами уже две церкви из семи, и сейчас добрались до Пергамской церкви, о которой речь идет во второй главе Откровения с 12 по 17 стихи. Pergamum was an extremely idolatrous city. Эта церковь находилась в городе идолопоклонения. They had a throne of Zeus in their city that was 40 feet tall. В этом городе располагался престол Зевса высотой 12 метров. And if I'm not mistaken, this throne has been placed in the British Museum. Если я не ошибаюсь, то вот этот престол находится сейчас в Британском музее. So they had remained true to the name of Jesus in the midst of all this idolatry. Однако, несмотря на все вот это вот идолопоклонение в этом городе, они остались верными Иисусу Христу. They had also known persecution. One of their members had named by the name of Antipas had been killed. Также они преследовались, и вот вы видите в этих стихах, что один из их членов, членов этой церкви, Антипа, был убит. So they were a church that had remained faithful even in the midst of terrible persecution. Что мы должны запомнить об этой церкви, что эта церковь осталась верной, несмотря на идолопоклонение в городе и несмотря на преследование, гонение. Yet they still, even as a faithful church, had allowed certain ungodly and unbiblical things in their church. Однако, несмотря на то, что эта церковь проявила свою верность в одном, можно увидеть, что были некоторые моменты, где она была не библейской, то есть где она вела себя неблагочестиво. In fact, they had a kind of a sect within their church, some people who held to the teachings of Balaam. В этой церкви оказалась группа людей, можно сказать, секта, которая придерживалась учения Валаама. You remember the story from the Old Testament. Balaam had been a priest, an idolatrous priest, who had been hired to curse the people of Israel. А если вы помните историю из Ветхого Завета, то Валаам был священником, он поклонялся идолам, и его как бы наняли для того, чтобы сказать проклятие на Израиль. But God had not allowed him to curse the Israelites, so he had to come up with another plan. Но Бог не позволил Валааму проклясть Израиль, и поэтому Валаам придумал другой путь. So that plan was to lure the Israelite people into idolatrous practices by using women who offered themselves sexually to the men. И каким же образом можно было привлечь и заманить израильтян, чтобы они также поклонялись идолам? Это было сделано с помощью женщин, которые предлагали различные сексуальные услуги. You may remember that things got so bad that one of the Israelite men took a foreign woman right through the middle of the group of Israelites there who were worshiping into his tent to have sex with her. И настолько было уже все плохо, что даже вот публично можно сказать, что несмотря на то, что люди вокруг были, один израильтянин мог вот такую вот женщину блудшую провести в свою палатку, да, в свой шатер привести для полового акта. And in the middle of this, a young man by the name of Phinehas went and killed both of them with one spear thrust. А вот когда вот это произошло, один молодой человек своим копьем убил и этого человека, и эту женщину. You see, it's very easy for the works of the flesh to infiltrate or come into the church. Мы можем прийти к следующему заключению, что очень легко иногда делам плоти проникнуть в церковь. The flesh is still very strong in believers and sometimes can be enticed and lured to going into a bad direction. Потому что и у верующих людей плоть бывает достаточно сильной, и у нее бывают сильные желания, она может обольститься, увлечься и пойти теми путями плохих людей. So these false teachers were luring the church people into
into idolatrous and sinful practices. И в данном случае в этой церкви лжеучителя также завлекали людей, чтобы они начинали поклоняться идолам и делали непотребство. So they were seeking to lure the church into immorality. Они пытались втянуть церковь в безнравственное поведение. But you see, the sinful, the immoral church will experience the discipline of God. Однако развратившуюся церковь ожидает наказание Божье. Verse 16 says, "Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth." В 16 стихе написано: "Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих." We will find when we get to the end of the book of Revelation that the sword of the mouth that comes out of the mouth of Christ is a very, very powerful weapon. А вот в конце книги Откровения мы с вами увидим, что меч, который исходит из уст Иисуса Христа, это очень мощное орудие. So Jesus is what he is doing here is he is telling the people that there is someone in their church that is telling a lie. А что делает Иисус Христос, обращаясь к этой церкви? Он обращает их внимание на то, что в их церкви есть люди, которые говорят ложь. So when he says repent to them, he is really telling them recognize the lie and reject it. Поэтому, когда он говорит этой церкви покайся, он говорит, что необходимо увидеть или распознать ложь, которая есть в этой церкви, и отвергнуть ее. Well, let me give you an illustration from sports. Хочу привести одну иллюстрацию из спорта. Now, you don't play American football, but we'll use soccer as an illustration. Вы не играете в американский футбол, поэтому мы в качестве иллюстрации выберем просто европейский футбол. I probably would have been a very good soccer player, but they didn't play it when I was a boy. Наверное, из меня получился бы хороший футболист, но когда я был мальчиком, мы не играли в такой футбол. There's a goal. Это вот ворота. There's some kind of a circle like that. Там есть вот такой вот, да, какой-то полукруг перед воротами. Let's assume that your team has the ball. Предположим, что у вашей команды мяч. And you send all your players over here to the right. И вы посылаете всех своих игроков в правое поле, в правую сторону поля. Where are the defenders going to go? Где должны быть защитники? They're going to go over there, correct? То есть защитники тоже пойдут туда, чтобы сохранять свои ворота. But you have one very good player. Однако у вас есть один очень хороший игрок. And he sneaks in behind. И он сзади к ним, к воротам подбирается. Pass the ball to him. Вы потом ему пасуете мяч. And he shoots and scores. И он забивает этот мяч в ворота и гол. Now in English we call this a fake. Значит, в английском это называется обманка. But in Russian I know what you call it. Но я знаю, как по-русски вы это называете. Маскировка. Маскировка. Это маскировка, да? Это маскировка. Satan will always use и вот the маскировку. Сатана очень часто использует этот метод маскировки. But he always got a man who is going to do damage back here. То есть у него всегда есть такой человек, который будет наносить ущерб, который будет причинять вред. Sometimes false teaching looks very appealing. То есть лжеучение может быть очень привлекательным на первый взгляд. And we have to ask ourselves, does this teaching appeal to my spirit or to my flesh? Но мы должны задавать себе такой вопрос, когда слышим лжеучение. Привлекательно ли это учение для моего духа или оно привлекательно для плоти? This teaching appealed to their flesh. Вот это вот лжеучение в Пергамской церкви было привлекательно для плоти. And it was a fake. Это было мошенничеством, это да, обманом. There is a question. Sure. Да. Ну, вот у меня как бы два вопроса. Первый вопрос это, вот, если мы рассматриваем церкви буквально, не относя их к какому-то исторической эпохе, то какое отношение они имеют к нам? То есть, как нам следует их рассматривать в герменевтическом подходе? Mm-hmm. So, if we are saying that these letters were written to specific churches,
then what kind of attitude we should have to what is written to them, because it has nothing to do with us, or it has something to do with us. Oh yes, it has everything to do with us. Я думаю, что все эти слова имеют непосредственное отношение к нам. Is there sexual immorality in the church today? А если безнравственность, сексуальная распущенность в наших современных церквах присутствует такой факт? Yes. Yes. Mm-hmm. Is there are there people that teach that if only if the church gets bigger and bigger, that means it's better? А если люди, которые говорят, что только количественный рост церкви настоящий показатель хорошей церкви? There will always be. То есть всегда в любые времена будут такие вот маскировки, как он говорит, в церкви. Satan will never give up trying to bring impurity into the church. Сатана постоянно будет пытаться какую-то нечистоту привнести в церковь. And he will hide his evil intentions in things that look good. И вот эти злые намерения обычно будут замаскированы под что-то хорошее. Они будут выглядеть хорошо, но внутри это будет зло. Now, there's no doubt that some of these letters will apply more to specific situations than others. А естественно, что вот каждое послание, адресованное какой-то церкви, будет применяться к конкретной ситуации в связи с теми проблемами, которые упоминаются. I mean, the Church of Smyrna doesn't apply very much to an American church. Например, то, что написано о церкви в Смирне, не очень-то применимо, например, к современной американской церкви. A Pergamum does. А то, что написано о Пергамской церкви, имеет актуальное значение для нашей церкви. Laodicea does. Также и Ладокийская церковь. There are principles that we need to apply in each of these situations. Нужно помнить о том, что здесь даются очень хорошие принципы конкретным ситуациям, и вот в таких ситуациях мы можем применять эти принципы из этих посланий. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Почему мы отвергаем такой подход, что рассматривать каждую церковь как эпоху историческую? Mm-hmm. So, why then you do not think that the idea that every church symbolizes a specific historical period is not right? I don't think it's right because usually there is some idea that there are some similarities between maybe a particular church and a particular time period. Чаще всего эта точка зрения базируется на том, что находит нечто сходное между одной церковью и каким-то историческим периодом. But ultimately, to say that church is an exact a picture of a church in a particular time just doesn't work. Однако просто нельзя говорить, что вот эта, например, церковь из Откровения, это вот точный образ или точная копия того, какой была церковь в какой-то определенный период. I'm not aware of one commentator, a scholar that believes in that theory any longer. То есть я вот, например, не знаю современных богословов, которые сейчас бы придерживались этой точки зрения о том, что каждая церковь представляет историческую эпоху. То есть сейчас она уже не популярна. А играет ли какое-то число значение, допустим, 7? Почему бы не 6 церквей? Yeah, why 7 churches were chosen, not 6 or any other number? Does it matter? I don't think it really matters. I think those were on this old postal route, and they each one of them had a kind of a unique picture. Я не думаю, что цифра имеет какое-то определенное значение. В данном случае все эти церкви, все эти города располагались по вот старому почтовому этому маршруту, и каждая церковь просто представляет какую-то уникальную ситуацию. То есть она образ какой-то конкретной ситуации. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.